У тебя кресло большое или ты маленький? У меня большое кресло. Я когда его покупал, ну, вернее, мне его подарили. Когда мне его подарили, типа, я выбирал, типа, взял чуть больше это. Ну, не то, что на вырост, а просто, чтобы комфортнее сиделось. Потому что, когда у тебя кресло впритык, как-то не очень круто.